Всем привет, я Владимир Шамшурин. Принес, да? А что так много? Как договаривались. На, возьми все. Нет, давай три тебе, короче, один себе оставь. И сегодня я драгдилер. Привет. Здравствуйте. Офигеть, какая ты. Какая? Ты какая-то милая, сама подходишь прям общаться. Ну, да, это необычно, наверное. Ты, кстати, классно выглядишь. Спасибо. Я просто, постой секунду прям буквально, я просто на работе. Вот, и сейчас не могу как бы никуда отходить, я бы хотел с тобой пообщаться пару минут. На работе? Ты а, да. На бульваре? Да, не, я на работе. Сейчас, прям одну секунду, это очень важно. Давай. Там без дачи. Давай, надо же. Сейчас, я попробую. Сейчас, да не надо здесь, ты что? Нормально. Нормально? Так. Все, давай. Смотри, ну я работаю просто. Ну, я поняла. Ты сразу в лице поменялась, да? Да ладно, я угораю, короче. Сейчас уже, наверное, Вить, да все, можно, наверное, сказать, что это все уже. Тихо-тихо, не, мы угораем, это сахар, короче. Есть, блядь. Не, просто у меня родители в наркоконтроле работают. А мы сами откуда. Да? Слышь, ну ты классно выглядишь, кстати, в целом так, ничего. Спасибо. А как тебя? Да, ну а ты поверила, да, что это наркота? Да возьми. Дом стал. Да да, чё ты? Спасибо. Это нормально. А ты удивилась вообще, да? Да, это круто. А что подумала, первые мысли какие? Я сначала не поняла, как бы, потому что обычно так наркотики не передают. А как передают? Без палева, да, вот так вот? Не подходит знакомство с девушкой. Ты покупал наркотики? Я нет. Жаль, не. А ты видел, как они покупают это? Ну, мне родители рассказывают, мне работают родители. Жаль, не видно было Вовино лицо вот так, чтобы... А если что, мы можем тебе позвонить, если нас примет? Вернее, Антохина. Что-то вытащила, нет? Я не вытаскиваю. Ладно. Все равно возьми на память о нас, ты можешь, в принципе, у нее есть. Потом мы тебе... Ну, только сыпется, очень жалко. Да ладно, это, короче, прикол. Сколько тебе лет, скажи? Насколько я выгляжу? Да ты молодо выглядишь. 13. Да? Да, сколько тебе лет? Окей, мне 13. Не, серьезно. У тебя такие щеки детские просто. 18. Офигеть. Слушай, ну может на тебе жениться? Не, ну хорошие связи. Не, ну тем более я вообще смогу просто вот так, эй, парень, лови, давай деньги. Постоянно в биту, постоянно, каждый день. Я просто буду ходить вот так с полным карманом. Чувак, надо было твое лицо... Я попробовал, херня какая-то. Твое лицо надо, ну что, куда это? Можно сейчас, давай оставь, давай мне. Сейчас можешь что-нибудь... Слушай, мы сейчас, короче, это... Я тебя сейчас украду на 5 секунд, ты мне понравилась. Да. Ты вроде такая ничёшная девушка. Да, мы пошли тогда. Сейчас короче, теперь, не, ну я вообще, блин, у меня теперь полный карман сахара, ребят. Бля, вообще жесть. Я сейчас подойду, прям две секунды. А как тебя зовут? Александра. Офигеть. Я почти как тебя, кстати. Только мы здесь снимаем уже часа два, я уже посинел. Меня Вова зовут. Вова. Сашечка, ну а как так? Почему ты такая молодая? Хороший вопрос. Просто... Ну, вот родилась 95-го, вот так вышло. Ну, ты, кстати, очень адекватная, потому что 18-летние девушки, они такие, ну, они все еще верят, что они звезды, да, там мама говорила, что ты красивая, и с ними сложно общаться, но они тупенькие в основном. Ну, да. Кстати, вот это, как сказать-то, ты вообще интересный человек, я не знаю, честно, у меня принцип, я общаюсь только с теми, кому именно больше 20. Мне просто тридцатник, понимаешь, я уже а прям... я общаюсь обычно с кем? С тем, кому за 30. Офигеть, да, 30. То есть я в тридцатник для тебя слишком молод, да? Да ладно. Серьезно. Не, ну подожди, как так, тридцатник? Я абсолютно не общаюсь со сверстниками своими. У меня нету... А у тебя прям мужчины там были, вот, которые старше тебя? Слушай, ну... 2 года. Ты угораешь? Я серьезно говорю. Родители не знают этого. Смотри, ну я хочу быть твоим мужчиной на время там, хотя бы. Ну, мне тридцатник, почему? Я думаю, есть, если ты... Мне вот... ровно 30 или там 20? Мне ровно 30. 19 января исполнилось 30. Вот, Сашечка. Что? С таким добрым, офигенски добрым носом. Офигеть. Холодный. У меня или у тебя? У меня, я хожу тут уже, не а что ты ходишь тут, ну, как бы, шлангуешь? Мне очень нравится. Ты вообще какая-то удивительная, то есть ты, ну, не глупая, да, там, ты ходишь по парку, не знаю. То есть, да, ты, по парку.
Как так-то вообще? То есть, может, ты еще мужик там сейчас раз, нет, а то? Нет. Давай чай попьем как-нибудь с тобой. Давай. Если я сейчас не отморожу себе конечность. Блин, дожди, так холодно вообще. Ты офигенно пахнешь хозяйственным мылом вообще, супер. Почему хозяйственным мылом? Не знаю. Давай, знаешь, как сделаем? Сейчас запишу твой телефон, просто у меня сейчас еще клиент, мне надо ехать быстрее. Наркотики? Да, наркотики. Вот, и, ну, не знаю, там... Давай завтра увидимся. Че тянуть-то вообще, кстати? Вечером. Чаю просто попьем с тобой, сделаем тебе кучу приятных штук. Не, массаж руки, там еще что-нибудь. Я, нет, я умею, я знаю, что ты. Доверяйся мужикам, которые ты... Я людям помогаю. Ну, смотри, то есть я психолог, можно сказать, вот так. Да? Да. Только, ну, и коуч есть такое понятие. Коучинг. Это... Ну, человек приходит, он говорит, мне нужен какой-то результат в такой-то сфере. Я говорю, хорошо, результат будет, стоит столько, времени нужно столько. Это все. Как бизнес-консультант, что ли? Ну да, только у меня по личным вопросам. Ага, понятно. А ты чем занимаешься? Ой, я чем только занимаюсь. Ну, ты мне расскажешь все, кстати. Давай, я запишу телефон сейчас. Давай. Как бабушка, короче. Да. Это он? Да, он. Сашечка. А ты помнишь, как меня зовут, да? Вова. Офигеть. Слушай, ну ты вообще такая, подожди, ты для 18 лет просто... Ну классно выглядишь со всех сторон. Я в куртке еще. Да, без куртки будет вообще супер. Слушай, все, короче, давай завтра пьем чай. Давай я тебе днем позвоню, там часиков 2, допустим, и мы с тобой... Там часиков 7, там, не знаю, 8 пересечемся, ну, как получится. Только да нужно. Офиг, конечно, ну какая разница? Нет, подожди, будем обниматься. Нет, ты классная, кстати. Просто, знаешь, у меня такой стереотип, что если девушки меньше... Ну, меньше 20, значит, с ней как бы не о чем говорить. Там сексом она не умеет заниматься, то есть все такое. Как бы ты умеешь заниматься сексом, с тобой есть о чем поговорить. Ты меня насквозь, да, видишь? Не, я просто предполагаю, поэтому. Ну, учитывая, да, фразу про мужчин, с которыми я общаюсь. Ага. Слушай, ну вообще, тогда обязательно надо пообщаться. Пообщаться. Я, нет, а больше тебе ничего никто не предлагает. То есть, ну, за мной надо поухаживать. За там, тобой? Не, Рафаэлло подарить, конечно. Ты что, думаешь, ну, там цветы можно? Ну, цветы я не очень люблю. Да. Сашечка, ну я сейчас серьезно, вот мы угораем, да, все стоим. Ну, то есть завтра давай пообщаемся. Ну, ты прикольная, мне будет интересно. Не, давай, да я понял, не, я просто уже, у меня мозг замерз, я повторяю одно и то же. Сейчас, блин, так классно тебя. А почему вы тут, в принципе, уже проводите работу? А где? Ну тут просто площадка, я вот смотрю, как бы люди есть и есть. Потому что везде люди и нас палят, понимаешь, вот могут посадить за такие шутки, и потом будешь долго объяснять, что это все не наркотики. Ладно, Машка, я побегу. Почему Машка, блин? Сашка. Сашка, Машка. Сашечка. Александрочка, давай нос. До встречи. Давай щеки тебе. Давай другую щеку. Давай меня теперь, как Брежнев буквально. Давай, ты очень классная. Даже вот, не знаю, тебе в любом случае хочется пожелать всего хорошего. Спасибо. Такая офигенская. Не, нос. Почему у тебя фишка такая? Ну, мне нравится твой нос, не знаю. Все, давай, пока. Я просто, ну, я работаю сейчас. Надежу. Вот. Слушай, нет, дай ручку. Че тихо? Не, у меня работа такая просто. А сколько тебе лет? А что ты угораешь, подожди? Не, я вполне серьезный человек, то есть, ну, у меня вполне серьезная работа. А вообще ты...